чтобы узнать, а что там, не без ответа. Путешествуем в отдаленные страны света. Простодушного и мудрого Лемюэля Гулливера, хирурга и капитана, поддерживала крепкая вера. Страна Лилипутия, первая его остановка. На миниатюрно маленьких людей установка. Гулливер у них стал человек-гора. Проблема с жильем и питанием, ну так остра. 1700 лилипутных порций. Это рацион незваного гостя вот в таких пропорциях. Человек-гора вышел в морской пролив пешком. Вражеский флот приволок на веревке целиком. Сам император Лилипутии наградил за подвиг героя. Никто не знал, как его ждать от горы горя. В Лилипутии были две враждующие партии. Одни приверженцы низких каблуков хартии, другие высоких, на этой почве раздоры. Об этом политические дебаты, разговоры. Война между двумя империями Лилипутия и Блефуску. Причина в том, что разошлись в ответе на закуску. Как разбить яйцо с тупого или острого конца? Воюют сын против сына, отец против отца.